Всего на конкурс «Доброволец России 2018» воспитанники медиаклуба в формате .ру представили 8 роликов. В них ребята рассказали о самых ярких событиях города. Несколько месяцев начинающие журналисты и операторы придумывали сюжеты, готовили сценарии и проводили опросы горожан на различные темы. Мы подготавливали все оборудование, камеры, хромакеи, на что мы снимаем. Выбирали актеров, проходили съемки, и все наши материалы мы собирали, монтировали. Готовые видеоролики отправили в Нижний Новгород на региональный этап конкурса «Доброволец России». По итогам работы членов жюри проект «Медиаклуб в формате .ру «Будь в кадре» стал победителем конкурса. Я представила наш проект, рассказала его цели, задачи, его результативность. Жюри его оценило и посчитало, что оно достойно пройти дальше. Было сложно, но было интересно в этом поучаствовать. Для нас это был тоже интересный опыт, приобрели. Теперь воспитанникам медиаклуба в формате .ру предстоит принять участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет 5 декабря в Москве, в Международный день добровольца. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.